Спросите у любого учителя, филолога в школе, о чем сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Все скажут, сказка это о жадной старухе, которая осталась у разбитого корыта. Мои хорошие, глупость очередная. Это Пушкин будет тратить время на то, чтобы осуждать очередную жадную старуху. Это сказка о любви. О безусловной любви старика. Легко любить красивую, щедрую, умную женщину. Вы попробуйте любить старую, грязную, жадную старуху. А доказательство вот. Я спрашиваю любого филолога, как начинается сказка о рыбаке и рыбке. Мне все говорят, так, жили, да, правильно. Жили-были старик со старухой самого синего моря, правильно? Правильно говорят филологи, правильно говорят академики, правильно говорят профессора, правильно говорят ученики. Жили-были старик и старуха у самого синего моря, старик ловил неводом. Неправильно, это был бы не Пушкин. Жили-были старик со старухой – это самое обыкновенное начало сказки. Пушкин жил старик со своею старухой. Разницу чувствуете? Потому что еще пока своя. Пушкин дает код. Своя родная, 30 лет и 3 года вместе, ну, плоть от плоти, жадная, ну, бывают и такие старухи, ну, и бог с ней, любимая, черт побери, любимая. Дальше, где они жили? У самого синего моря, спрашиваю филологов, где? Говорит, ну, как у моря? У самого моря. Неправда, у самого синего моря. Это второй код Пушкина. Пока по мере желаний старухи, она перестает быть своей, а море меняет цвет. Помните, помутнело, почернело синее море. Море перестает быть синим. О чем я сейчас говорю? О культуре. О другой школе, об умных педагогах, которые такое вытворят, что дети после этого все свободное время будут книжки читать, а не лазить по порнографическим картинкам интернета и по всяким там фараонам и...